Так, сейчас я буду рассаживать вот этот лук, который у меня вырос из семян. Так, название. Вот оно, у меня. Как называется-то? Халцедон. Высокоурожайный и лежачий репчатый лук. Я выращивала в 30-литровых бутылях. Взошел он у меня не очень хорошо. Много, конечно, тоже выпало. Небольшой закуточек я ему приготовила. Тут у меня немного его будет. Сейчас я готовлю почву, чтобы мне и бороться со всякими вредителями. Буду разводить березовый деготь. Я замочила опилки. Где-то чайную ложку. Вот на такое количество опилок березового дегтя я сейчас валью. Вот они будут у меня настаиваться. Хорошенько перемешаю. И вот эти опилки, пропитанные березовым дегтем, я буду... Так, тут уже идет и паучок. Надо его вытащить. Иди, давай, иди, 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 иди. Потом буду эту кашицу при посадке картошки, вот при посадке лука, класть в лунку по чуть-чуть. Может, это будет отпугивать и проволочника, которого у меня тоже также много. И, может быть, там кротов, мышей тоже будет отпугивать. Как говорят, он отпугивает. Все. Так, вот у меня тут вкопаны два ящичка. И вот в этот закуточек я сейчас посажу лук. У меня его немного. В толстую насыпала золы. Просто в толстую. Перемешала его. Эту золу перемешала. Так, теперь делаю лунки. Проливаю водой. Кладу кашицу из опилков, пропитанную дегтем. И в эти бороздки сейчас буду садить лук. Пахнет, запах идет, аромат дегтя. Так, шмелек тут пришел помочь. Он лезет к корешкам, а? Ты посмотри-ка. Так, я его разложила вот так вот боком. И просто вот так вот приминаю. Все. И он сам встанет, когда посчитает нужным. Так, немножечко можно его так приподнять. Но он сейчас будет приживаться пока. Понюхала у меня здесь деготь и улетел. В общем, сейчас рассажу вот эту свою рассадку вот здесь. И сколько тут у меня получится, даже не знаю, сколько у меня луковиц. Немного. Вот, рассадила. Сколько у меня получилось. Тут еще немножко осталось. У меня есть сивок. Посажу сюда сивок. Так, ну а вот на эту часть грядки я буду садить укроп у меня, кориандр. Индау где-то уже посажено. Что еще, не помню. Что-то еще. А, салат. Салат у меня где-то замоченный есть. Вот на эту часть грядки посажу сюда.